Без оренди, продажу і тендеру Одеський морський торговельний порт передав у користування три буксири до Миколаєва. Про це повідомив виконувач обов'язків директора підприємства Олександр Гармаш. Зараз на балансі порту наявні 12 буксирів. За словами нинішнього керівника, Одеський порт намагається вижити в складних умовах конкуренції з приватними буксирними компаніями. Саме тому підприємство запропонувало буксири тим, хто їх потребує. Мы предпринимаем все возможные усилия по использованию максимально буксиров по поиску загрузки максимально возможной, как вы готовите в них репорта. По результатам тех действий, которые уже выполнены, которые сейчас выполняются, я думаю, мы к этому вернемся и к положительным результатам. Сначала мы зарабатываем деньги, потом, соответственно, начинаем их тратить. Договір про передачу буксирів Одеський порт уклав на рік з можливістю подальшого його продовження. Подобова здача буксирів, що входять до складу портового флоту, «Новатор» і «Ударник» обійдеться в 33 тисячі гривень, а за «Патріот» Миколаївський порт викладе 45 тисяч. На підприємстві пояснюють, буксири, що простоюють, можуть стати причиною скорочення робочих місць. Проте навіть у сусідній акваторії у працівників портфлоту є можливість отримати хорошу зарплату. Пусть лучше буксиры работают в другой акватории, но приносят предприятию прибыль, нежели стоят здесь и гниют, и сотрудники увольняются с работы. Весь январь месяц наши буксиры простаивали у стенки причала, и у них не было работы. Портофлот был, в принципе, в коллапсе. У нас работы не было как таковой никакой. На данный момент нынешним руководством нашли работу для трех ведущих буксиров портового флота. Они задействованы, они работают в порту Николаев. У них сохранены все их стандарты, социальные пакеты, зарплата, уверенность в завтрашнем дне и так далее. То есть они при работе. Мало того, нынешним руководством заключилось доп. Соглашение с компанией «Синтез Агент». Это компания, которая последние два месяца работала с частником, и уже частник заводил крупные танкера в нефтегаву. Сейчас, благодаря доп. Соглашению, данная компания «Синтез Агент» вернулась для сотрудничества с портовым флотом. В настоящий момент мы поставили танкер на нефтегавань. Задействованы наши крупные буксиры, это «Гранит» и «Булат». На пожарном обеспечении сейчас будет буксир «Могучий». То есть это автоматически означает, что наши крупные 5000-ные буксиры уже задействованы в работе. Нагадаю, 16 січня Олексій М'ясковський був відсторонений з посади директора Одеського морського торговельного порту. Спроба передати в оренду 6 портових буксирів через систему «Прозоро» коштувала йому посади в період аудиту. Виконувачем обов'язків голови призначено першого заступника Олександра Гармаша.